Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Ну что, народ, понемножку растем мы уже. Уже там немножко, чуть-чуть больше сотни. Осталось, блин, до 1000. Так, сегодня что? Идем на арт-леру. Как бы один подписчик попросил приключения вошня. Кстати, он уже у меня в группе. И, кстати, если что... Ссылка на группу у меня под видео будет. Кому интересно, что-то спросить лично или что-то такое написать туда, что-то выложить. Как бы что, добро пожаловать. Так, а где же это, блин? Ну, вот он. Ну все, сейчас откроем и пойдем. О, у меня тоже всего хватает. Ну и отлично. Так, ну давай, что ты создавайся понемножку. Угу, отлично. Сейчас вот как-нибудь так быстро козявчатое сейчас его покрасим и попрем. Так, а на чем мы попрем? Мы попрем, наверное, на тупсике на своем, блин. Писалька у меня наверху. Что он не работает, если я не буду? О, его поехали. Открывайся. Нет, тут нельзя, да? Так, один у меня. Вон она. Вон она, вон она. Блин, надо тут тоже на все лифт поставить. Тут все неудобно. Ну что, пупся? Поперли? В принципе, нам надо будет в центральную пещеру попасть. Там вот эти гады есть. Ну да, вот там располагается. В центре карты. Ну и все, в принципе, сейчас попрем. И кто там может скажет, что типа там на южном. В южной пещере, короче, они тоже есть. Ну, не знаю. Не ближе в середину карты. Ну, как-то так. Ну, как бы мы уже на месте. Мы как бы в середине карты. Здрасте. До свидания. Так, что тут никто не лазит, ну. А то как всегда. У меня тут стоит паучок. Потому что ну его нафиг, блин. Лучше пойти на паучке. Возьмем хвакел. И все, и попрем. Так, сейчас она будет у меня прогружаться, так что. Сильно не волновайтесь, она бывает тупит. Ну, давай, нет, да, нет. Все, поперли. И кстати, паук, он вообще-то не боится высоты. Если что. Может даже, я не знаю, с космоса на нем падать. Ему никогда ничего не будет. Блин, главное сейчас ее найти где-нибудь. А то, ну, бывает, то они тут есть, то их тут нету, блин. Вот такая пещера. И тут, кстати, животные сразу начинаются. А в южной пещере надо будет искать. Идти там за пределы земель. Так, что-то там, кто-то там лазит, да? Блин, надо найти какую-нибудь столько какую-нибудь. Не, ну это прям мелкая. Это прям мелкая. 20-я, а это как? Ну да, я посмотрю, я не понимаю, ничего, обе 20-е, что ли? 20-е? Чё тут? Чё, не обе 20-е, что ли? И ты 20-я, и ты 20-я. Ну, вот такие молодцы, лучше были 120-е, а то у вас ни веса вообще нету. Так как на пауке, если маленького возьмешь, то пауку не будет совсем. Пошла нафиг отсюда. Ты. Сейчас мы тебя доедим. Ух, вкусненько, полезненько. О, еще кто-то есть. Ну, это полтинник, блин, ну, как бы... Не, ну, мало, как бы, блин, но не вообще веса там будет, может, 100 килограмм, блин. Че это такое? Шкорпионы? Шкорпионы? Шкорпионы опять? Тут нет никого. Обычно тут этот, блин, лежит. Ой, как он называется? А, пофигу. Мегалозавр, что-то. Который здесь именно в пещере водится. Так, тут никого нету. Ничего не понятно. И чё тут? Оники, оники. Это такая ерунда, это оники, блин. Я пару раз переключал. Фигня полная. О, как у Арнелла, чушь, ты мне раньше не встречался.
Так, нафиг идите на мясо. Чё, не знаю, нафиг они нужны такие. Блин, чё это нормально сразу не заспаунится? Чё там с ума сходит тень? Так, давай, пулемет, тра-та-та-та-тау. Сдох. Я паук вроде такой небольшой, блин, у меня все в этой картинке большой паук стоит. 211, по-моему, что-то такое. Не, ну, что тут, есть кто-нибудь, нету? Павук. Павук, не павук. До свидания, павук. На колбасу тебя тоже сейчас пустим. Так, тут что-то змеи, оники. Скоробей. Блин, скоробей, кстати, тоже надо будет отсюда забрать. Что все равно здесь? Ты-то куда лезешь, чудо ты? Где туда нафиг? Да иди ж ты отсюда, блин. Ну извини, ты пал смертью храбрых. Ничего тут нету, нигде больше ничего. Это какая? 15-я. Ну это прям просто кошмар. Чё такие мелкие-то, я не понял. 20-я. Сейчас тоже её на пельмени пущу. А это какая? 35-я. Ну, там, блин, 50-я, и как бы нафиг она мне не нужна была. Блин, а паук нормальный жизнь сносит своим этим пулеметом совать вверх, который, блин, надо еще урона ему надо качать, так нормально более-менее. Что-то мне попасть не могу здесь. Ну о, все, сдох. Что за мыгалозавр отдыхает. Маленький, блин, факел сломался. Ну пофиг, сломался. А что у меня починить есть? Нет, нифига, не пихим. Тогда один шапки. О, что это, я заметку эту не брал. Нормально, добавим чуть опыта. Паучку. Ну, все, поперли. Ну, я думаю, теперь надо будет искать, блин, несколько раз заходить и искать. Так, долго ли, коротко ли? Я уже ищу, не знаю, сколько уже, блин. Рисую. Вот там одна зараза лежит, я не знаю, какая она будет, у 105-я. Это прям таки нормально, сейчас мы тебя начнем тебя кормить. Кормить тебя сейчас начнем. Ты такая будешь нормальная. Это где-то 150-ка где-то, наверное, получится она. Так, вот эту заразу надо убить, потому что он нафиг вообще не нужен. Ну давай, ну подыхай, ну. Что ты? Ну, нет. Дед, сдох. До свидания. Так, ты у меня сейчас будешь загружаться прям полчаса, наверное, да? О, что такое? Что такое? Что с пещерой, я не понял. Ну. Что за ерунда? Непонятно. Что такое? Ну. И что это? Что за бред сумасшедший? Алло. Кошмар, и что такое? И чуть... Кстати, да, я скоробея себе приручил. Потому что я замучился с этим ящиком уже, с этими какашками, блин. Поэтому сейчас заряжу все это, и там стоит. Что-то там, уник. Уник летает, зараза. Блин, ну ты долго загружаешься, а? Ты прям долго загружаешься. Да ёхала мне. Да ты сейчас будешь вот это прям до утра, наверное, да? Не понял. Я что-то куда я отошел-то? Какая-то зона странная. Прям непонятная зона. Ну, что, ты будешь загружаться? И чё? Нет? Не хочешь? Чё-то ты прям не хочешь, да, загружаться, блин? О, начало. Молодец. Прям молодец, молодец. Эх, чё такое придумать, не пойму. Блин, долго так стоять-то, а? Прям долгая система. Ну, а хоть более-менее будет, хоть килограмм 100, наверное, будет веса. О, нифига себе, чё? Ты-то голодаешь прям нормально, да? То у меня паук загружался прям 100 лет, наверное. И не по 7%, а что-то процента по 4 или что-то, я не помню. Так, а кто-то у меня тут лишний еще есть.
Что-то я летал-летал и увидел, что у меня кто-то лишний есть, мелкий. И кто-то у меня тут есть, да? Только я не помню. Ты? Кто-то он мне нафиг вообще прям не нужен. Так, дошки. Скоробей. Скоробей вообще без разницы какой будет. Что это такое? О, вот это мне вообще фигня не нужна. Галимим, я его давно-давно приручал, как он мне вообще не нужен. Да, он мне вообще не нужен. Только место, блин, занимает это. Что надо будет еще кое за кем сходить. Что я не знаю, может мишку еще приручить или спинозавра приручить. Да что с пещерой, я не пойму. Сейчас же ночь на улице. Скорбей, что происходит? Надо... Так, вот тут сейчас мы на превьюшку тебя возьмем. Какая сцена прям интересная. Да? Ничего, мы так нормально так смотримся. Бум. Все, отлично. Улыбнись. Блин, что-то так светло, прям вообще кошмар. О, ты уже голодать начал, да? Так, ну делать пока нечего, блин. Может, тут заразу застрелю? Нет, а почему я в него попасть не могу? Непонятно. Сейчас, может, с камня я в него попаду. Нет, не попадаю. Очень-очень странно. Вот. Так, что ты должен делать? Бом, нате вам. Кристаллы, алмазы, не алмазы. Может, я тебе так попаду? Не хочешь? Ну, пошел ты нафиг. Блин, этот свет, это вообще кошмар. Так, будешь ты голодать, нет? Уже половину загрузилось немножко. Сумасшедшая кушера. Очень странная фигня. Что ты начал? Я тоже в афиге. Потому что тут такие чудеса происходят. А что это такое? В сторону повернулся и все. О! Бум, свет, да будет свет. Нате вам. Да, тут, блин, даже шапку не надо одевать. Подошел, вот так раз повернулся. Хоп. Свет загрузка. Только надо знать, где и когда такие чудеса будут. Оп, все, свет. Вот свет. И какой-то туман странный, непонятный. И он более заметный становится. Что ты стреляешь? Ты с ума сошел, что ли? О, зараза висит, сейчас я его застрелю. О, нифига, попал. Обалдеть, я даже скорпиона попал. И? Угу. 10-го. Даже чуть-чуть он уже здесь нёс. Ну, все равно вообще делать нифига, блин, постреляю. Кстати, это слайп вверх. Если что, нате вам. То же самое, как наживки брать. Кого-нибудь поднимать, то же самое, слайп вверх, и он будет стрелять. Чем урон больше, тем лучше. О, сдох. Что это такое, змейка? Змея с ума сошла. О, я даже в дальнюю попал, нифига себе. Здрасте, Грек, ты чё пришел? Ты кто такой? Чё пришел-то? Сейчас тебя загружу, блин, и все. Ну, я тебе говорю, что загружу. Ну, я же тебе говорил, что загружу. Так, эту фигня вставляется, она мне не нужна. Нате вам. Чё такое? Скорубей куда-то пошел по делам. Так, короче, я в него попасть не могу совсем, да? Странно, почему-то на той стороне мог попасть. А здесь нет. Это очень подозрительно. Ну, давай еще. Дубль 2, 3, 4, 5, 10. Нет. Ну, на тебя в миске. Блин, ну уже почти загрузилось. Уже такие немножко. Что такое? Паук идет в гости. И куда ты идешь, чудо ты? А ты что, не опутываешься, нет? Или что? Че пришел-то? Иди отсюда, говорю, блин. Какие-то странные живки, блин, стояли, как вот это моргать начало, так все, они с ума сошли. Так, что там? Что там остался? А тут, в принципе, уже никого нету. О, ты последний остался. Так, ты что, шасть, а полные штаны.
Так, ну чё, мы попёрли на выход тогда, хитренькие. Да, сейчас вот это будет. Сразу у меня везде путаться, да? Кто там эти чудо-то? Так, где мои эти? А где мои? Вот эти вот штуки. Ты тут? Ты тут, и я тут. Так, попёрли понемножку. За что мне не нравится вот эта сороконожка, блин? Плерва, блин. Колотить. Как у дурак она придумала название? То, что она везде застревает, блин. Я ей пробовал корзинку пройти, и это вообще кошмар. Она прям везде застревает. И она в воду падает, блин. На полке прочно. Ну, это у меня подписчик попросил, блин, показать, можно ли приручить и что она умеет делать. Как бы потом попозже будет еще дополнительное видео про нее, когда она будет прокачана. Сегодня я просто покажу, на что она способна, что она умеет делать. Так, а что-то мы потеряли бойца одного, да? Да. И где он делся? Что-то я не понял ничего. Скоробей Петрович, ты где делся? Где ты делся, зараза? Ну и чё? Здрасте, приехал. Ты что-то застрял там, блин? Попёрли? Ну, дурачок, кошмар. Короче, вот паук нигде не застреваем. Я даже когда с пещеры тащил двух пауков, одного приручил, один был сзади, блин, так, который сзади, он даже не отставал от меня. Ты, короче, меня забанал, понял? Короче, мы тебя возьмем. Так, знаете, вот фигню. Кошмар, у тебя сколько их. Это прям ужасно много. Дей. Ты. Какашка, мелкая, таракашка. Так, все за мной. Ты попёрли за мной, попёрли. Ты вот это, давай вот он с прохода уйди-то. Кошмар какой-то. Так, что он там за мной ползет? Ты туда? Ты что-то вот еле в дырку пройдет, да? Пошли. Блин, я кицаля позвал. Кошмар. Паук тут куда-то убежал. И? А куда убежал-то? Ничего. Че за фигня такая? О, сохранение, как всегда, вовремя. Нафига нужно. Павук, ты где-то теряешься? Пошли туда, на выход. Кошмар, блин, это вот... Такая длинная зараза, ты даже не можешь пролезть тут нормально. Ну и чё? Ты идёшь? Павук, пошли. Блин, павук нормально идёт. Ой, ёшкинка, ты даже вылезти не можешь нормально, да? Да, она, короче, такое неповоротливое чудо. Прям очень неповоротливое. Ну и чё? Ты тут? Блин, да, ну давай уже, ну залезь уже, а? Ну. Кошмар, я уже этому жуку уже жопу руками нагорел. Ну что ты будешь делать? Пойдем, вот там выход. Понимаешь? Нет? Я вообще не понял. Ну, давай. Не понял. А что тут? Ты что тут делаешь, Арю? Ты как тут оказался-то? Это непонятно. Это уши непонятно. Так, пупсик. Ты что, меня катать? Ты меня решил покатать, да? Всем крылом. Блин, мимо кассы. Так, ну дай мне сидушку. На эту заразу, а то она там, блин, она из пещеры так и не выйдет. Что вы фигните скинуть, блин? Что вы там понадавали в этих лучах крутых, непонятных? Что там ерундовые такие лучи в этой пещере, прям такие вообще ни о чем. Какие-то штаны мне дали, киркук, вот это фигню. Так, все стойте тут. Где он такой? Вот он стоит. Эх, давай не тупи. Ну и что тут осталось, зараза? Ты почти вылезла, да? На тебе.
топливо. На тебе сидушку. Ну, вот такая себе нормальная, более-менее. Да. Ты. Шо, давай поехали. Кошмар какая-то длинная. Червяк переросток. Все-таки царь у меня куда-то летит. Хотя ему сказал стоп. Это очень-очень странно. Что это у меня? Что там еще валяется? Ну давай слайс. Ого. Тут. Яйки забрать. Ну куда-то летишь, что ты? Куда-то летишь-то? Ну это кошмар какой-то. Так, ладно, что, будем ждать утра. Да. И будем смотреть, что там. Что она умеет. Хотя да ну и нафиг, что спать-то идти. Да? Мы сейчас просто пойдем. И дадим кому-нибудь кунделей. Потому что спать что-то скучно как-то. Ну давай запрогружайся. Ой-хей. Главное, чтобы жопу не отъели. Тут жутки много, блин, опыта будет куча. Так что вот. Чтобы время зря не терять ночь. Сейчас мы пойдем надаем кому-нибудь кунделей. Блин, Фарадей, извини, я тебя не заметил, если честно. Эх, давай не тупи, не тупи. До свидания. Блин, уник, падла, залетит. Воу, сколько у вас. Вот это здорово. Павук, до свидания, павук. Так, поперли дальше. Так, где метал? О, крокодявры. Крокодявр. 1, 2, еще 3 крокодявра. Кстати, да, они тут, эти сарко, они тут водятся. И вырубить их тоже можно. Правда, как бы они нафиг не нужны. Они везде и всюду. Ну, они тоже тут водятся. Так, что это у нас? Да что ты, блин, застрял? Всех на колбасу, кошмар, сколько у вас тут много. Ой, извини, блин. Блин, я все не убил. Ну, ладно, пошел. Так, тебе на пельмени, на колбасу. Вау, штаны какие крутые. Они на джинсовой. Как ты, падла, ты меня еще кусаешь, блин. Сейчас получишь меня по шее. Как бы тут за этот артефакт нормально дадут. Тоже что-нибудь такое интересное. Какой-нибудь чертеж, может быть, чем такое. И глаза вы извиняюсь, 1000 извинений. Немножко подухли. Так, там еще не лежит, да? Деньги, тут у нас артефакт. О. Можно, кстати, да, даже на мостик не становиться. Просто тупо оттуда забрать и все. Так, а вот там что-то такое у нас, да? Какой-то лук крутой. А что было тут, да? Где крокодилы лазят. Так, тут спуска нету. Воу. Что, дурачок? Что ты делаешь? Что ж с тобой? Так, спуска тут. О, один у меня улыбается. Один до меня гости идет. Так, это сдох. Это тоже сдох. Все. Блин, где третий? Прям интересно, где-то третий еще должен быть. Вот, тихо. Где-то застрял, наверное. Нету его? Наверное, домой ушел. Вау, крутая кирка. Вот только нафига нам нужно. Попить водички. Кстати, тут рыбы нет нифига. А где артефакт? Оу, вы прям такие красивые. Блин, не договорил. А там вода, где артефакт, там вода, и там пираньи водятся. А вот в эту лужу нет ничего. Там ничего не бывает, рыбы не бывает. Блин, застрял, скорость большая. Так, что тут сдохли, сдохли. Что, зараза, жалко он, да? Ты его артефакт украл. Засла умелись, ну еще скорпион приполз. Что на тебе, блин, 55-я? Когда я вас искал, у вас, блин, больших и не было, 50-е были, 30-е.
Оу, как меня потрепали. Что-то мне за красным загорело. Давненько так уже не горело. Ну все, уже на выходе мы. Тут осталось еще у нас и артефакт, и что-то там расцвело, походу, там, да? Или нет, или это галюми. О, нормальная. И ночь пошла. Вилочка, вилочка. На, по голове, собака. Что там, это опоздало? О, кто-то там лазит, такой красивый, такой большой. Мужской. Блин, рожа у нее, конечно, такая. Ну, подожди, как у диплодока сделали. Не очень впечатляет. Так, мясо забирай. Лук тебе забирай. Штаны я выкинул. Кирку, блин, не знаю. Штаны, наверное, выкинул нафиг. Где? Так, что такое? Фигня. Фигня. Фигня тебе забирай. Чё, всё, наверное, дай. Мясо мне дай, блин, а то мне лечиться надо. А то рыба что-то как-то не очень, она меня лечит. Прям такие не очень. Что-то мне так рожу набили. О, смотри, смотри, пошел. Гуляет. Так, сохранится. Угу, все, поперли. Так, что у тебя тут есть? Все где хорошо. Все где замечательно. Так, надо будет сейчас кого-нибудь, короче, вырубить кого-нибудь мелкого. Правда, она не додержит, а и большая. Вот этот чавряк. О, нифига себе, даже попал. Это тоже, кстати, свать вверх. Как у паука стреляет, так же у нее. Блин, ничего не видно. Оглушает, не оглушает. Это вроде 135-я. Там все фиумья. Че ты? Ты не будешь оглушаться, да? Ничего не видать, почему-то. Почему-то ничего не видать. Давай, мы тебя куснем. И еще раз тебя куснем. Ничего, иди, ну. А, вот это. Паразавриха. Ничего. Нет, ну полжизни нету. Ты, короче, нифига не показывай, походу. Надо слезть, посмотреть. И, ну давайте еще разок. Нет. Что-то вообще не гугу. И что тут хочется? Так, а ну давай посмотрим. Обалдеть, что-то оно прям так. Не помню. Надо, наверное, урон больше тебе, да? Тут и урон какой-то мелкий. Надо урон намного больше. Так, вдох я не давал. Сейчас будем хрюшку вырубать. Я думаю, у нее оглушение поменьше. Может где-то 500, наверное, оглушение. О, блядь, два раза куснул тебя за жопу. Давай. Сейчас еще разучу тебя. Так, главное, чтобы не подохло. Что это чисто для эксперимента. И ничего не видать. Ну, такая супер. Где-то хруня. О, она почти отрубилась. Офигеть. Еще разок ее, наверное, надо будет куснуть. Блин, надо будет, короче, урон. Урон не качивать. Что, будешь вырубаться, нет? Где оно? Ну, она спадает, да. Получается, когда плюешь, она толку нету, только урон идет. Че это, муха какая-то сумасшедшая. Че? Ты как полетела? Ты что, меня гноришь, что ли? О, еще одна. Че это? А, ну да, я же большого уровня стал, да. Поэтому вы на меня уже не нападаете ничего. Так когда я мелкий был, вы на меня нападали. А сейчас уже большого уровня. Вы уже нападать не хотите. Ага, Сальцова, ну стой. Хрюня, стой. Ну ничего. О, отрубился. Так и да, надо кусать ее. Все, надо будет урон ему прокачать. Сколько у тебя там оглушение? 113. Блин, что, за 4 куса. Получается, один укус где-то 100. 273 урона, да, у тебя? Там надо где-то тебе 400 урона
Мне тут так хотя бы накачать и веса накачать ее. Может, что тебе нафиг не нужна, в принципе. Что-то типа того, да. Но оглушать он умеет, да. Прям как скорпион. Ну, такая вот артлоплерва. Зараза, блин. Ну все, в принципе, я все рассказал. Все показал про нее. И да, приручать ее лучше с паука. А то она вам броню снесет. Или еще убьют. Тоже вариант. Вот такая вот крикозябля. Ну все, все понятно. Всем пока-пока. Всем до скорой встречи. И увидимся на канале. Так, ну видео отснял. Крючка валяется. Так, где мы это, блин? Сарканов. А вот, ты где? О, там чувак ходит большой-большой. Непонятно, непонятно. Что это происходит, я не понял. Ты что тут делаешь, алло? Господи, ты не можешь муху победить? Вау! Оу, это эпично. Это очень эпично. Давай, я тебе верю, ну. Ну, нет? Помочь? Все, смотри. Умеешь так? Нет? Так, а что это такое? О, это мне пригодится. Я как раз искал эту ерунду. Так, давай я тебе эту штучку засуну. Ох ты, чудо ты. Заморская, блин. Ладно, блин. Пойдем домой. Балда. Wow,